Так, Андрей, я пытаюсь зайти сейчас по гостевой ссылке. Вот. Так, все, запустила она меня. У меня там вот Сибиряк Сергей, дай мне права тогда на управление. Так, все, друзья, На год победили утро, так, Михаил комнату, я Юнак. вошел. Сергей, еще хочу вас проинформировать о том, что все-таки есть и перевод на хорватский язык. На фоне мы через Citrix это осуществили. Мой венгерский переводит Балинт Хорват на хорватский, и там еще есть слушатели. Угу, отлично, отлично. Так, все, значит, это... Да, Наталья, слышно? Ну, видите, вот, то есть получается, что мы мероприятие запустили, а это самое. Но меня в комнате опять это самое, опять не видно. Так. Что делать я? А? Италия, да? Угу. Так, Андрей, это самое, еще раз. Да. Так, Лариса, ты пытаешься удаленно включить камеру, да? В комнате вы есть. Так. Андрей, а меня не слышно в комнате, да, сейчас? Так. Нет, не слышно. Itt vagyok, nem tűntem el a háttérben, de egyelőre várjuk, hogy megoldódjanak a technikai problémák az Orosz Mila Polis Virtuálumban. A belépés már sikerült, csak éppen nem látszik, nem hallatszik semmi. Нет, не, никак не это самое не включается. Так. Ну тогда это самое, Андрей. Алексей, а ты в комнате сейчас? Давай тогда ты проводи вебинар для русскоязычных и для немцев, а я тогда буду сейчас проводить для Венгрии, Чехии и Италии. А, нету Алексея, да? Алексей пусть пробует зайти. Так, друзья, давайте еще тогда это для переводчиков. Еще раз приносим извинения, потому что это идет первая техническая Szeretnénk настройка. elnézést kérni a И, в műszaki принципе, hibákért. час назад мы проверили, Remélem mindenki протестировали, комната megérti azt, hogy ezek az работала. első Сейчас próbálkozásaink. это по закону, так сказать, уже Ahogy mi szoktuk mondani, будем mérfi считать, что törvény alapján a недруги mi нам мешают erőmű alkotásaink. работать. Так, Андрей, что ты еще раз предлагаешь? Я не понял.
Так, ну давайте, друзья, еще раз тогда, еще одна попытка тогда. Még egyszer szeretném megpróbálni feléleszteni az orosz nyelvű webinárt. Ну это эхо, да, идет из микрофона. Сейчас, Наталья. Так, все, не впускает у меня. Так, ну, тогда, Андрей, сейчас я тогда... Ларис, какое решение? Моя комната не работает. Почему, объяснить не могу. Просто не включается микрофон и камера. Mindjárt hoznak egy döntést arról, hogy akkor az orosz ajkú hallgatóság hogy lesz kiszolgálva. Közben háttérinformációknak elmondhatom, mivel részt vettem az egyeztetésen, hogy egy sokkal profibb céggel tárgyalások folynak, ennél sokkal profibb rendszer alkalmazásáról. Természetesen még egyelőre a tárgyalások folynak, mind műszaki vonalon, mind pedig pénzügyi vonalon. Reméljük, sikeres lesz a tárgyalás, és egy nagyon professzionális rendszert fogunk majd látni és alkalmazni. Не, Андрей, не пускает это самое. По гостевой тоже не пускает. Но буду сейчас пробовать еще. Нет, не это самое. Так, зашел. Так, Андрей, я зашел также под своим именем Сибиряк, Сергей Сибиряк. Так, чат вижу, комната грузится. Тогда включи права мне. Так. Ну никак. Так. A tapasztalatból kiindulva egyébként igazából nem igazán érthető, hogy miért nem működik a rendszer, hiszen a nemzetközi tévéhidak alkalmával több mint 500 fő szokott összegyűlni. Tehát igazából ez a 300 körüli fő, ez meg se kéne, hogy kottyanjon a rendszernek.
Так, а где же у нас? Közben kihasználom az alkalmat, addig amíg a technikai problémák vannak. A Skyway hírportálon is megjelent a hír, Алло, Алексей, а ты где? Ты Webiroda ты можешь в Вебинаш? Заходи под своим именем, заходи через гостевую, тебе Андрей Йота даст права. Пробуй несколько раз через Хром. Я тоже зашел, так сказать, это самое. И через Хром пробуй, заходи, Андрей тебе включит права, и тогда начинай вести этот вебинар для этого самого. А Андрей сейчас пускай напишет туда, что через... А? Для кого? Ну, для нашей, наш российский вебинар, начинай вести тогда сам уже. Соответственно, как права. У меня не включается ни камера, ни это самое, ни звук. Как все показывает, все тестирование показывает, это просто закон. Просто я тогда буду вести для наших, ну, зарубежных друзей. Вот, а ты тогда это самое. Значит, заходи по гостевой, тебе гостевую скинуть ссылку. Да есть у меня гостевая. Гостевая, заходи и Андрею... То есть обычный русский вебинар, что ли? Да, обычный наш русский вебинар. Проводи тогда, так сказать, это. Извини, скажи, что по техническим причинам я в комнату войти не смог. Вот. А вы будете, получается, для одной только страны? Не, я буду для Италии, Венгрии и Словакии. Ага. Кроме России и Германии. А, понятно, понятно. Так меня переводить на немецкий будут или нет? Нет, с немецким сегодня тогда не будем уже париться. Тогда давай, так сказать, как бы это. Хорошо. Потому что другого я сейчас не вижу, так сказать, как бы это. Хорошо. Давай. Так, ну что, друзья, самое, Ильдига слышно? Отлично. Чаба, Наталья. Да, Ильдига, чуть-чуть микрофон сделайте потише, у вас хрипит, когда это самое, в это. Да, сейчас лучше, ага. Так, ну, друзья, давайте еще раз начинаем как бы нашу работу, приношу свои извинения. Мы сейчас подключены три комнаты, четвертая это русско-немецкая, но по вот законам жанра, или как говорится, это мы не смогли ее запустить. Она не, пока не могу объяснить, почему не работает. Szeretnék elnézést kérni mindenkitől a műszaki hibák miatt. A magyar, szlovák és az olasz nyelvű tolmácsolás kiválóan működik. Az orosz, német nyelvű virtuális szoba nem működik valami miatt, és akkor inkább most ezt hagynánk és bele is kezdenénk az előadásba. Да. У нас сейчас открыто, я вижу, в словакской комнате 50 человек, в венгерской комнате 117 человек, в итальянской не так много, 20, в российской 290, но они нас не слышат. A legtöbben a magyar virtuális szobában gyűltek össze, ugye mi 115-en vagyunk, Szlovákiában körülbelül 50 fő van, Olaszországban 20 fő körül van a létszám. Oroszországban 290 fő van, de ők semmit nem hallanak és látnak. Вот. Ну, друзья, так как это у нас первый такой технический вебинар такого плана, поэтому давайте относиться к технике снисходительно. И вы не будете очень строго нас за это судить. Ez az első ilyen szervezésű technikai webinár. Remélem, senki nem ez alapján fogja megítélni magát az előadást, illetve a tartalmát, hogy a technikai kicsit kiszúrt velünk. Reméljük, a következőkben ezt már át fogjuk hidalni. Вот.
Вот, поэтому сейчас я попросил, чтобы Алексей Суходоев подключился и провел вебинар для русских и для немцев, а мы с вами отработаем сейчас, как мы и намечали, только с небольшой задержкой, за что еще раз приношу Алексей свои Суходоев, ура, зигазгатута на чтагья, аккор önállóan fogja megtartani az orosz és az német nyelvű hallgatóságnak a webinárt, és akkor a magyar, szlovák, olasz, illetve a háttérben a horvát, akkor itt elindul, és még egyszer elnézést kérek a késésért. Тем более, что сейчас очень много интересно происходит событий, информацию о котором я бы хотел сегодня вам довести, и чтобы интерес к проекту, кто только входит или кто уже принимает для себя решение двигаться дальше, то только увеличивался. Nagyon sok érdekes esemény történt az elmúlt időben, mindet érdemes figyelemmel kísérni, de néhányat szeretném majd ezekből kiemelni. Az újaknak természetesen minden információ egészen új, aki már régebb óta itt van közöttünk, azoknak ezek az információk vagy ismertek, vagy részlegesen ismertek. На сегодняшний момент давайте начнем с самых главных новостей, то есть то, что сегодня идет и показывает развитие такой интересный проект, это выход на конкретный адресный проект. Akkor most nézzük át a legfontosabb, legérdekesebb kérdéseket, többek közt a célprojekteket, hogy miként történik a cég fejlődés, és miként indulnak be ezek a célprojektek. Всю работу, которую мы выстраиваем вот последние три года, ориентирована на то, чтобы заказчику показать готовую технологию, которую хотелось, ну, которую надо заказать, которую нужно заказать. Ez a munkája arra volt összpontosítva, hogy a leendő megrendelőknek meg tudjuk mutatni, illetve be tudjuk mutatni a technológiát, és olyat tudjunk nekik mutatni, amik a számukra a legmegfelelőbb. Ильдика, не волнуйтесь, не волнуйтесь, все не волнуйтесь, все хорошо, да. Лишь Сибиряку вы мягнюк тот, и чак нюгот там долго за. Я просто другим говорю, что у нас на итальянский переводит девушка первый раз сегодня перед аудиторией и несколько волнуется, поэтому все, друзья, очень хорошо, здесь собираются только друзья, только те, кто в проекте, поэтому ничего страшного. Az orosz-olasz tolmács ma esik át a tűzkerességen, úgyhogy érthető, hogy egy kicsit izgul, de szeretném mindenkinek elmondani, itt csak barátok és ismerősök gyűltek össze, úgyhogy senki rossz néven ezt nem veszi és rossz szemmel nem nézi, csak a siker érdekel minket. И сейчас основным мерилом или основным критерием нашей работы, успехов нашей работы, это заказы конкретных трасс, конкретных проектов с применением технологий Skyway. A legfontosabb kritérium számunkra a célprojektek, ezeknek a konkrét megrendelései és megépítése. И сейчас, что мы вам можем и гарантировать, и именно как команда, которая давно занимается Skyway'ем, что интерес к технологии и интерес к тем возможностям, которые дают, она постоянно увеличивается, она постоянно возрастает. Csak biztosítani tudunk mindenkit arról, hogy a Skyway iránt mutatott érdeklődés egyre fokozottabb, egyre szélesebb köröket érint, és az egész világ érdeklődik már. И сейчас, когда идут уже конкретные переговоры, то есть инженер Юницкий на данный момент находится в Индии для подписания уже первых соглашений по проектировке конкретных трасс. Юницкий самейшем, может, еппен Индиябан ван, хоть конкрет цельпроектек тервезешенек беиндиташару серзёдешт ирюн ала. То
Абсолютно очевидно, что мы в ближайшее время увидим уже контракты на конкретные трассы, на конкретные проекты, которые будет реализовывать конструкторское бюро. Это зачем мне арról biztosíték, hogy a technológia konkrét megvalósulásának fázisába értünk, ezek konkrét célprojektek és a tervezőiroda munkája igazolni van, igazolni látszik. Igazolva van, bocsánat. И когда мы будем проводить экофестиваль 1 июля в Беларуси, абсолютно точно мы вам можем обещать, что будут уже подписаны несколько контрактов на конкретно строительство конкретных трасс. Július 1-й экофестиválra már garantálni tudjuk azt, hogy több célprojekt is beindításra kerül, és a megfelelő szerződések alá lesznek írva addigra. А, дорогие друзья, вы понимаете, что проектировать конкретную трассу невозможно без целого комплекса выполненных работ, которыми мы как раз сейчас и занимаемся. Это значит, что работает конструкторское бюро и создаются чертежи конкретных трасс. Это значит, что работает производство, которое изготавливает и путевую структуру, и подвижной состав, который нужен в проекте. A kísérleti termelőüzem állítja elő ugye a magát a pályaszakasz elemeit, illetve a gördülállomány alkatrészeit, illetve az egész szerelvényeket. Ez egy komplex munka. И, друзья, мы абсолютно открыты, мы всем нашим партнерам и потенциальным инвесторам, мы готовы это показать и постоянно приглашаем всех на Марьину горку и в Минск. Ну, Марьину горку имеется в виду экотехнопарк. Максимально megengedhető nyitottsággal vagyunk minden befektető és érdeklődő iránt, aminek érdekében is biztosítjuk azt, hogy az ekotechnoparkban, Marina Gorkában mindent a saját szemükkel megtekinthetnek, melyet az adott fázisban meg tudunk mutatni, illetve megmutatható. У нас постоянно идут делегации, которые смотрят конструкторское бюро, опытное производство и строительство опытных трасс. Делегациók egymás kezébe adják a kilincset, személyesen győződnek meg mind a tervezőiroda munkájáról, mind a kísérleti termelőüzem munkájáról és az ekotechnopark építéséről és az ott folyó munkálatokról. На следующей неделе Франциск Солар, это наш активный партнер из, или один из главных партнеров сейчас в Европе, в Словакии, приезжает с целой делегацией арабских стран из шести государств. Франциск Солар, который из одних из legfontosabb és a legaktívabb partnerünk jelenleg Európában, egy arab delegációval, melynek tagjai hat országból érkeznek, fognak ellátogatni hozzánk a Skyway-hez. Три идет одновременно в комнату. И это для тех, кто входит или определяется реальный проект, нереальный проект, это единственный ответ, который мы сейчас можем дать. Это приезжайте, смотрите и увидите все своими глазами. Arra kérdésre, hogy mennyire reális, mennyire valós ez a projekt, csak azzal tudunk válaszolni, és ez a legmeggyőzőbb, hogy jöjjenek el, és a saját szemükkel győződjenek meg erről. И по опыту мы сейчас видим, что тот, кто действительно собирается серьезно входить в проект, инвестировать
серьезные суммы, либо делать серьезный адресный проект, то первое, что делают такие партнеры, это приезжают, знакомятся и смотрят, что сами. Конкретно радиозетунг мег, hogy akik komoly szándékkal vannak, és ténylegesen valamit akarnak tenni, illetve befektetni, azok vagy pedig célprojektet szeretnének beindítani, azok feltétlenül eljönnek személyesen, és személyesen győződnek meg a technológiáról, illetve az állapotról. И тот, кто потом ведет, вот и франчайзик, и Чаба, и все, кто ведут потом вебинары и презентации Skyway, это все, кто видели это своими глазами. И я думаю, что нет, кто побывал в Мариной Горке, нет ни одного человека, у которого остаются сомнения по реальности технологии. Aki el fog jönni és személyesen fog meggyőződni a látottakról, nem hiszem, hogy kérdések fognának benne megmaradni. И сейчас этот процесс все будет более и более ускоряться. У нас и так уже очень много делегаций, но сейчас и меняется качество делегаций, то есть приезжают все более высокого уровня и богатые люди. И, соответственно, количество этих делегаций тоже постоянно возрастает. A folyamatok egyre jobban gyorsulnak, a delegációknak a mennyisége is növekszik, de a minőségük is, tehát a megjelenés is változik. Egyre komolyabb szándékú, nagyobb tőkével rendelkező befektetők jelennek meg személyesen. Основным событием веха, которая будет вообще в развитии проекта, это 1 июля, когда мы будем проводить экофестиваль, на который соберется как минимум 3000 человек и будет очень много различных делегаций. Komoly fordulópont lesz megint csak a projekt életében, július 1-e a Zekofest Fesztivál. Előreláthatóan akár 3000 ember is össze fog gyűlni, és természetesen ez alatt az idő alatt több delegáció is fog érkezni. И в этой логике сейчас мы начинаем дальше продвигать проект по тем этапам развития, которые мы задекларировали изначально. Ezeket a szempontokat figyelembe tartva próbáljuk magunkat tartani a 15 szakaszos fejlesztési fázishoz, melyet időben papírra lefektettünk. На сегодняшний момент мы переходим с восьмого этапа реализации проекта на девятый. Hogy meghirdetésre is került, jelenleg fázisváltás előtt állunk, a nyolcadikból át fogunk lépni a kilencedik fejlesztési fázisba. Всего изначально было показано, что для того, чтобы активно выйти на рынок и начинать привлекать инвесторов и заказчиков в проект, надо реализовать 15 этапов. Ahhoz, hogy mindenki által megfogalmazott kérdés, hogy a piacra, a tőzsdére mikor lépünk ki, ehhez a 15 fejlesztési szakaszt meg kell valósítani, végig kell csinálni. И на сегодня мы можем уже и отчитаться и перед инвесторами, и перед самими собой о том, что мы 8 этапов выполнили и переходим на 9 этап, очень важный, но это уже накатанная дорога, это уже то, что мы делаем легко. És mind magunknak, mind a befektetőknek el tudunk számolni a 8 befejezett fejlesztési fázissal és az abban elvégzett munkálatokkal. Потому что то, что надо реализовать в девятом этапе, то есть на ближайшие 2-3-4 месяца, ну то есть 3-4 месяца обычно идет этап,
на 3-4 месяца, нам абсолютно понятно, и инвесторы, которые сегодня приходят, мы абсолютно уверены, что нам на это хватит денег. Ugye 9. fejlesztési fázisán előttünk, a feladatok meghatározásra kerültek, ezeket végig kell csinálni, és azok a befektetők, akik most jelennek meg és érdeklődnek, az adott konkrét szakasszal fognak már találkozni. Сама логика этапов заключается в том, что надо выполнить определенный объем работ, для этого надо привлечь определенное количество инвесторов и инвестиций. Fejlesztési fázisok logikája az, illetve az egymást követő szakaszok logikája az, hogy meghatározott, előre meghatározott munkákat végre kell hajtani, és ehhez a megfelelő befektetést tőkét be kell vonni. И до восьмого этапа мы успешно с этим справляемся, и мы активно все быстрее и быстрее идем вперед. És a nyolcadik fejlesztési fázissal úgymond befejező lett, tehát mind a nyolc fejlesztési fázisban ezt végrehajtottuk, és haladunk előre a megtervezett úton. И на сегодняшний момент я могу сказать, что смена этапов происходит абсолютно с той логикой и с той скоростью, которую мы предполагали изначально. Fejlesztési fázisok időtartama, ami ugye 3-4 hónap környékén mozog most már, illetve ez egymást követésük, az szerint a logika szerint történik, amit előre megterveztünk. При этом, друзья, я сразу хочу вам обратить ваше внимание или заострить ваше внимание на одном очень важном моменте вопроса. Что с начала реализации проекта объем задач и объем выполненных работ идет намного выше, чем предполагалось в начальных 15 этапах. Projekt megvalósítása előtt az eltervezett munkákhoz képest valóságban jóval több munkát végeztünk el, és több feladatot hajtottunk végre. За это время развития проектов, я имею в виду 3 года, как мы работаем по краудинвестингу, то есть по схеме народного финансирования, у нас появились еще 2 направления, которые изначально не предполагалось строить. Ez alatt a 3 év alatt, amióta folyik a crowdinvesting, tehát a tömeges befektetők, a kis befektetők bevonása, 2 új irány is kijelölésre került, melyet abszolút nem terveztünk korábban. И это крайне важные направления, которые станут вот и сегодня становятся одним из ключевых вообще в развитии проекта. Ezek rendkívül fontos irányok, kulcsfontosságúak a számunkra, és a projekt létét fogják meghatározni a továbbiakban. Это направление, как мы уже говорили, юнибайков, то есть легкой городской системы и легкого грузового транспорта, который решает задачи, которые раньше даже невозможно было предположить. Az egyik ilyen irányzat maguk a unibike-ok, ezekkel a személyszállítás megoldása ekkora méretekben, illetve az erre alapozott teherszállítás. Korábban ilyen elképzelések nem voltak, és ilyen tervek nem voltak. И здесь очень важно понимать с точки зрения участия в проекте. És itt nagyon fontos, hogy megértsük a projektben való részvételt. Что каждая смена этапа сопровождается уменьшением венчурной премии, которую компания выплачивает за вход и за риск, который несут инвесторы. Meg kell érteni azt, hogy a különböző fejlesztési szakaszokhoz különböző diszkontok vannak, és ahogy haladunk előre a fejlődésben, egyre kisebbek ezek a diszkontok, hiszen egy kockázati befektetésről van szó, a cég egyre kisebb diszkontokat tud biztosítani, mert nagyobb a megvalósulási valószínűség.
Если так, Эдильга, нормально все, да? Все, так ли, я смотрю, вы уже так успокоились. Все хорошо, я думаю, будет все в лучшем виде. Отлично. Так вот, друзья, был период, который я еще помню, там чуть больше 3 лет назад, когда венчурные премии в виде дискаунтов были 1 к 2,5 тысячам. 3 év elején, sőt azt megelőzően volt egy olyan kockázati időszak, amikor 1 a 2500-hoz volt a diszkontok mértéke. Долгое время у нас был дисконт 1 к 1000. То есть, когда за 1 инвестируемый доллар компания давала обязательств на 1000 долларов. Elég hosszú időszak volt az, amikor 1000-hez volt a diszkontok mértéke. Ugye ez azt jelenti, hogy 1 befektetett dollár után 1000 részvényre, 1000 dollárra vállalt kötelezettséget a cég. Это мы понимали, что плата и компания привлекала таким образом инвесторов, давая большие премии, потому что были очень высокие риски. Nagyon komolyak voltak még a kockázati tényezők, és ezt a cég így igyekezte elismerni az akkor becsatlakozó befektetőknek. Сегодня ситуация радикально отличается от того, что было 3 года назад, 2 года назад и даже год назад. Gyökeresen megváltozott a mai napra a helyzet, összehasonlítva a 3, 2, illetve 1 évvel ezelőtti helyzethez képest. Как я уже говорил, за это время создано конструкторское бюро, идет активное строительство экотехнопарка и организовано опытное производство уже из путевой структуры. Ez alatt az idő alatt létre lett hozva és működőképes állapotban van a tervezőiroda, elkezdődött az ekotechnopark építése és folyamatban van, tehát halad előre, illetve a kísérleti termelőüzem elkezdte a termelést. И, естественно, для нас, для всех, как партнеров и акционеров компании, следующим очень важным ожидаемым шагом – это заключение контрактов, это начало реализации адресных проектов. Számunkra befektetőknek a következő legfontosabb lépés az lesz, hogy a célprojektek aláírásra kerüljenek és beindítsák őket. И эти адресные проекты, Юницкий, когда давал интервью в начале года и сделал прогноз или, скажем так, то, что планируется сделать в 2017 году. 2017 elején Юницкий úr, amit interjút adott az Ecotechnoparkban, azt prognosztizálta, hogy a következő előttünk álló időszakban a következő dolgok várható. Он обозначил, что в этом году предполагается как минимум 17 адресных проектов, которые уже начнут реализовываться в 2017 году. В разных частях. Tehát azt prognosztizálta Junicki úr, hogy 17 célprojekt aláírásra fog kerülni és el fog kezdődni szerte a világon. Это проекты и в Индии, и в Индонезии, и в Филиппинах. Ezek a projektek Indiában, Indonéziában és a Fülöp-szigeteken lesznek elsősorban beindítva. И еще во многих странах, где сегодня ведутся переговоры и где уже мы выходим на очень обозримую перспективу заключения конкретных проектов. Еще в наших странах уже тарджалашокат фойтатунг, nagyon komoly eredményekkel kecsegtetve, tehát a tárgyalások egyre inkább a végéhez közelednek, és egyre inkább konkrét eredmény várható. И, друзья, как иллюстрация, ни в коем случае не подтверждение или не гарантия, а именно как иллюстрация того, что мы говорим, это сегодняшний визит Юницкого в Индию на подписание конкретных
договоров с руководителями не одного, а нескольких штатов Индии по строительству конкретных проектов. Это кézzelfogható тény, tehát nem bizonygatás, nem magyarázkodás, hanem kézzelfogható tény az, hogy jelenleg Junicki úr Indiában van, és több indiai állam vezetőjével találkozva szerződéseket fog aláírni. На обратном пути из Индии Виктор Бабурин с Анатолием Эдуардовичем Юницким, они будут еще вести переговоры в Арабских Эмиратах, также по продвижению и работе в Арабских Эмиратах именно трасс Skyway, строительство трасс Skyway. Hazafelé Юницкий úr, Бабурин, Виктор Бабуриннал együtt az Egyesült Arab Emirátusokba fognak megállni, ahol tovább folytatják a tárgyalásokat, a korábban megkezdett tárgyalásokat a Skyway projekt megvalósítására. Я все это показываю очень подробно и останавливаясь на этих моментах только потому, что это основной критерий развития проекта. Azért szoktam részletesen beszámolni ezekről az eseményekről és figyelmet fordítani rájuk, hiszen, mint ahogy mondtuk, a célprojektek a jelenlegi fázisnak az egyik legfontosabb elemei, ezek fognak ugye pénzt hozni. И сегодня, по мере, ну, я могу сказать, что я занимаюсь проектом Skyway уже 17 лет. És a jelenlegi szakaszban elmondhatom, hogy én már 17 éve vagyok a Skyway-ben, és ezzel foglalkozom. Это качественно новый этап в развитии вообще всего проекта или всей технологии Skyway, которую Юницкий развивает уже более 40 лет. Ez a szakasz, amiben most benne vagyunk, minőségében új szakasz a korábbiakhoz viszonyítva, hiszen Junicki úr, mint ahogy tudjuk, már több mint 40 éve dolgozik a technológián és a megvalósításán. В этом году мы увидим уже реализацию, демонстрацию конкретных трасс в Марьиной Горке в экотехнопарке. Извините, я пропустил. Чаба, в этом году мы увидим строительство, реализацию уже конкретных трасс в экотехнопарке. Különböző pályaszakaszok megépítésre kerülnek, tehát megvalósulnak. И на наших глазах в этом году начнутся строительство уже трасс адресных проектов по всему миру. И самим Клаптаро бы фог накиндул не азока цел проекта, как мы якрой курабом бесел там. Про Австралию спрашивают, а как там? Про Австралию? Ну, про Австралию скажем. Австралия – это один из адресных проектов, который мы очень так… Ну, давайте я как бы скажу, что Австралия – это одно из направлений, активно развивающееся, потому что у нас там есть очень надежный и очень, ну, скажем, хороший партнер. Австралия továbbra is kiemelt partner, hiszen Rothook egy rendkívül megbízható és agilis ember, csak ott lassabban haladnak a folyamatok, mint ahogy ezt szerettük volna. Rothook, de это бывший министр транспорта Южной Австралии. Дело államának volt közlekedési minisztere volt Rothook úr. Почему нам очень ценно его мнение, потому что это высочайший профессионал в сфере транспорта. Azért is értékes számunkra és fontos az ő véleménye, hiszen ő egy magasan képzett, széles látókörű szakember. И он уже три раза был в Беларуси в экотехнопарке. Már háromszor látogatta meg az ekotechnoparkot Belarusiában, Rothook úr. Это менее чем за год времени. Ez
Kevesebb, mint egy év alatt történt ez a három látogatás. И он активно продвигает сейчас и пропагандирует проект. Он активно работает, чтобы этот проект в Австралии тоже осуществился. Но с точки зрения именно привлекательности проекта, наиболее интересный траст, конечно, Индия, она не сопоставима с Австралией. Sokkal érdekesebb és jelentőségteljesebb az indiai projekt, gyakorlatilag nem is lehet összehasonlítani az ausztrál projekttel. И поэтому сегодня мы абсолютно уверены, что первые наиболее интересные проекты пойдут в Индии, Индонезии, Филиппины és и Малайзии. Meggyőződésen mondhatom, a tartalmuk, leendő tartalmuk ismeretének tudatában, hogy a legérdekesebb és a legfontosabb projektek jelenleg az indiai, az indonéziai, a malajziai és a Fülöp-szigeteki. И поэтому вот сейчас все последние визиты и Юницкого как главного генерального конструктора и основных директоров, они как раз направлены именно на эти страны. Mind Junicki úr, mind pedig helyettesei a legnagyobb erőfeszítéseket ezek iránt, a célprojektek iránt teszik, hiszen ezek a leggyorsabban megvalósuló, legtöbb, leghamarabb pénzt hozó projektek. И, друзья, что я вам могу сказать от себя, потому что я участвую во многих переговорах, которые сейчас ведутся. Ezt abból a szempontból is alá tudom támasztani, hiszen több megbeszélésen is ott voltam és részt veszek bennük. По мере того, как в Мариной Горке строится и показывается все больше и больше. Марина Горкában ugye egyre több minden valósul meg és válik láthatóvá. Интерес к проекту со стороны инвесторов растет в геометрической прогрессии. Befektetők által mutatott érdeklődés már nem lineárisan, hanem gyakorlatilag mint egy exponenciálisan nő. Поэтому, друзья, мы с вами еще до Экофеста, до 1 июля, станем свидетелями очень интересных процессов и очень взрывного роста интереса. С июля 1-ig az Экофест rendezvényig nagyon sok érdekes eseménynek leszünk szemtanúi, melyek robbanásszerű változást is hozhatnak. Поэтому с точки зрения привлекательности проекта, с точки зрения доходности и инвестиций, это сейчас очень интересный проект. Очень. Mind a befektetés szempontjából, mind a előrevetülő jövedelmezőség megtérülés szempontjából ez egy rendkívül érdekes projekté kezd válni. Мы сейчас становимся классическим 100% венчурным проектом. 100%-os kockázati projekté kezdünk válni. Когда в одном месте собран большой потенциал ученых, это инженеры и конструкторы. Nagyon sok tudós, tehát elméleti szakember került összegyűjtésre, alkalmazásra, ezek konstruktőrök, tervezők, mérnökök. Когда создано своё опытное производство, которое в состоянии выдавать очень серьёзные, очень сложные машины, электромашины. Ők a legkorszerűbb, legmodernebb megoldásokat és nagyon komoly összetett megoldásokat tudják megtervezni, illetve megvalósításokat előkészíteni. У нас есть своя земля, на которой сейчас строятся демонстрационные образцы
Skyway. Saját földterülettel rendelkezünk, melyen építés alatt vannak a bemutató technikák, technológiák, pályaszakaszok. И что самое важное, у нас сегодня уже более 120 тысяч инвесторов, объем инвестиций от которых каждый месяц увеличивается. 120 ezer befektető van a Skyway-ben, akik napról napra nagyobb kedvel egyre több pénzt fektetnek be. И количество инвесторов, которые каждый месяц теперь подключаются к проекту, также постоянно увеличивается. И уже как следствие, если подводить черту и итог того, что я сказал, и как следствие этого возрастающий поток заказов на трассы Skyway, которые хотят строить уже заказчики, то есть бизнес. És hát, mint egy eredményt levonva ebből, következtetést, egyre több a konkrét megvalósítási igény is, és ezekből lesznek a célprojektek. Мы сегодня, как компания Skyway, которая привлекает сегодня инвесторов и инвестиций, отстроили финансовый механизм, как можно с любой точки мира платить, и юридический механизм, как инвестор защищен по мере того, как он вкладывает деньги в проект. Sokunkat végeztünk el, és mint befektető cég, mind a pénzügyi részt felépítettük, leszabályoztuk, megalkottuk, és a jogi oldalát is ehhez próbáljuk igazítani, és szervezzük. Как работает личный кабинет, как работает финансовый механизм и юридическая защита, об этом вам расскажут ваши лидеры, которые ведут вебинары по странам и которые привлекают вас как старшие спонсоры или как активисты, которые работают по продвижению товаров. Befektetés menetéről, a webiroda működéséről, a hálózat építéséről, tervezéséről, és ezeknek a jogi kapcsolatáról a regionális vezetők tartanak önöknek előadásokat. Мы по мере дальнейшей работы, мы такие вебинары будем проводить теперь с Алексеем Сухотоевым раз в неделю по средам, в 21 по европейскому времени. A továbbiakban Alexei Szuhadoev újra, aki az igazgatótanács tagja, minden héten szerdán közép-európai idő szerint 19 órakor fogunk ilyen webinárokat tartani. Я надеюсь, что к следующей среде мы все технические неполадки устраним, и у нас все будет работать как часы. És nagyon remélem, hogy a következő hétre már nem lesz technikai akadály, és minden úgy fog működni, mint egy svájci óra mechanizmusa. И наша задача, которую мы будем по средам вам рассказывать, это последние новости и отвечать на те вопросы, которые у вас будут возникать, Mi feladatunk, Alexa, az, hogy a legfrissebb információkat, eseményeket átadjuk önöknek, ezeket biztosítsuk, és a felmerülő kérdésekre választ adjunk. При этом обязательно вот для Словакии это František Solar, для Венгрии это Чапа будет, Себастьян. Для итальянцев у нас тоже сейчас целые спикеры отрабатывают, ну, готовятся. Эта информация не должна пересекаться, она будет только дополнять друг друга. В különböző régiókban, különböző ezzel megbízott emberek, ugye Szlovákiában František Szolár úr, Magyarországon, már ugyan engem említett, de a meghatározott személy fogja ezt a régióvezető megtartani, és az ő információjuk kiegészítés lesz ahhoz, amit mi elmondunk.
И вот то, что вот мы, у нас была сегодня попытка на несколько стран одновременно делать сегодня перевод, это обусловлено только тем, что сегодня наши партнеры, наши инвесторы хотят получать как можно больше свежей информации из первых... És ennek a mai webinárnak, nemzetközi egyesített webinárnak az volt a generáló oka, hogy a befektetők a legfrissebb információkkal szeretnének rendelkezni, és ez egy természetes igény. Поэтому давайте к следующему вебинару. Вы тогда готовьте вопросы и через вот наших друзей, партнеров, там, Чабу, Наталью, соответственно, Элида, я все-таки это запомню когда-нибудь. Элидика, как зовут, вот для меня эти имена вот самые сложные. Элидика, мы обязательно будем собирать с вас вопросы, и следующий вебинар мы начнем с того, что на наиболее важные вопросы мы будем отвечать. Kérem a hallgatóságot, hogy a szóvivőkön keresztül gyűjtsék össze kérdéseiket, és a jövő héten konkrétan ezekre a kérdésekre már válaszokat fogunk adni. Принцип, самый главный принцип, который у нас сегодня есть, это никто не должен инвестировать, пока для себя не ответит на все вопросы. Nagyon fontos tény, és momentum az, hogy a befektető el kell látni a legfontosabb információkkal, hiszen ő akkor lesz magabiztos és elégedett. Если по каким-то причинам вы сомневаетесь, или у вас есть вопросы, на которые вы еще не ответили, ни в коем случае инвестировать нельзя. Abban az esetben, hogyha befektetőnek kételjei vannak és kérdései vannak, a befektetése sem lesz határozott, illetve egyáltalán nem fog befektetni. Поэтому изучайте, задавайте вопросы, получайте ответы, и только после этого для себя принимайте решение, готовы вы дальше входить в этот венчурный инновационный проект, или вам еще надо время для того, чтобы получать информацию. Én azt mondom, hogy tájékozódjanak, ismerkedjenek az anyagokkal, a lehetőségekkel, a konkrét tényekkel, és ezek alapján hozzanak döntést a befektetésről, és lépjenek be a projektbe. Но, дорогие друзья, я думаю, что абсолютно понятно, что по мере того, как демонстрация и доказательств становятся все больше и больше, рисков становится все меньше и меньше. Это очевидно. Állíthatom azt, hogy önmagától értetődő, hogy minél több a kézzelfogható bizonyság, a megvalósulás, annál kisebb a rizikó, a kockázat. Но по мере того, как снижаются риски, соответственно, и прибыльность, то есть венчурные премии, они также снижаются. По-моему, это очевидно и понятно всем. Hogy ahogy csökken a kockázat, úgy csökken a kockázati prémium, tehát a diszkontok is. И меня задают вопрос, а будут ли еще такие дискаунты, какие были, допустим, год или два назад? Többször megkérdezték már, hogy lesznek-e olyan diszkontok, mint egy vagy két évvel ezelőtt. Я однозначно могу сказать, что нет таких дискаунтов, больше не будет. И даже та смена, которая произойдет буквально через две недели, она также существенно снизит венчурную доход. Egyértelműen kijelentettem, hogy nem fogunk visszatérni, hiszen a kockázat csökken, és értelme és jelentősége sincs annak, hogy visszatérjünk erre. Сейчас Наталья заканчивается.
И я думаю, что на этот предмет ни у кого не возникает вопросов, почему. Nem hiszem, hogy bárkinek is ez kétséges lenne, és kérdés merülne föl arra vonatkozóan, hogy miért nem térünk vissza régi diszkontokra. Но тем не менее, друзья, я могу сказать, что с точки зрения инвестиционной привлекательности, с точки зрения прибыльности, те дискаунты, которые сегодня вкладываются в инвестиционные пакеты, они все равно очень высокие и очень привлекательные. De úgy gondolom, hogy egyértelmű önmagától adódó tény az, hogy azok a diszkontok, melyek még jelenleg biztosítva vannak, ugyanolyan figyelemfelkeltőek, illetve érdemlegesek, hogy kedvet kapjanak a befektetők a befektetéseikhez. Поэтому проект и бизнес, в который мы вас зовем, да, он высокорисковый, это венчурный бизнес, но как обратная сторона, это и высокодоходный, который в принципе в перспективе может быть крайне интересным, крайне привлекательным. Az az üzlet, az a projekt, amelybe mi invitáljuk önöket, kockázati projekt, de ugyanarról, a másik oldalról áttekintve, vagy megnézve, megvizsgálva a kérdést, rendkívül nagy megterüléssel, magas jövedelemmel jövedelmet fog biztosítani, és más perspektívái is lesznek. Поэтому мы с Алексеем на своих вебинарах показываем научный подход, почему то, что сегодня происходит, не может быть по-другому. Неизбежность того, что сейчас вебинариумкон, mindig azt szoktuk bemutatni és arra szoktuk rávezetni a hallgatóságot, hogy a folyamat egyszerűen másképp nem alakulhat, ennek ez kell legyen az eredménye. Мы показываем безальтернативность сегодня технологий Skyway инженерной школы Юницкого. És mindig azt mondjuk és azt bizonyítjuk be, hogy a Skyway-nek nincs alternatívája, ez egy teljesen egyedülálló megoldás. Это точно так же, как не было другого пути развития у микроэлектроники, как создание кремниевых интегральных микросхем. Ez pontosan ugyanolyan, mint a chipek gyártása, a... Так, Лидига, как сложно? Elnézést, elfelejtettem az szót, ami az alapja ezeknek. Так, Tehát a félvezető áramkörök és annak a technológiának a létrehozása, kialakítása egyértelmű volt, hogy ennek a fejlődésnek hogy kell végbe mennie. Силициум. Это научное обоснование, которое вытекает из инженерной школы, которую создал именно Юницкий как автор новой технической идеи. Ez bizonyítja az is, az az iskola, melyet Юницкий hozott létre, tehát az a tanítás, amely bebizonyítja ezt az alternatíva nélküli egyedülálló rendszert. Приведу. Ага, так, Наталья, как нормально? Ага. Говорит, это не тот, кто переводит, а кто-то еще успевает комментировать, да, важность переводчика. Так вот, друзья, у меня в руках это официальный журнал Министерства транспорта России. A kezemben az Orosz Federáció közlekedési minisztériumának hivatalos médiáját, azaz sajtóját látják. Называется он транспортная стратегия 21 века. Megnevezése szállítási stratégia 21. század. Я это вам показываю как иллюстрацию, просто как то, что мы приводим как доказательный аргумент. Bemutatni szeretném csak önöknek, mint egy bizonyíték, mint egy tény. Этот журнал рассылается всем министрам, губернаторам и мэрам крупных городов России. Ezt a kiadványt az összes miniszternek, régióvezetőnek, kormányzónak, város polgármesterének megküldik hivatalból. Э,
На обложке находится первая статья, это министр транспорта России. Сим oldalon a közlekedési miniszter látható. Ő írt egy cikket. Вот. Заместитель министра, это господин Окулов, это зять бывшего президента России Ельцина. Это я вам просто комментирую. Министр első helyettese Окулов ур, aki Jelcin úrnak a veje. Pontosabban a korábbi orosz elnöknek Jelcinnek a veje. Так, и вот, друзья, я вам показываю разворот этого суперобложки этого журнала. Кинитва az újságot, a következő képet láthatják. Видите, это Skyway, это полностью транспорт нового поколения. Skyway, ugye az új szállítási megoldás. И в самом журнале самая крупная статья именно о Skyway и о перспективах, которые она дает для России и для всей экономики. És az újságban a legterjedelmesebb cikk a Skyway-ről szól, ennek elemzéséről, és milyen perspektívákat, lehetőséget biztosít a Skyway. Erről szól. И Юницкий здесь выступает уже не как автор концепции или автор статьи, а как руководитель научной школы, который дает новый концепт развития. Ebben a cikkben Юницкий úr már nem a cikk szerzője, hanem ennek az iskolának a megalapítója és elvi szakembere tulajdonosa. Это тоже как аргумент, что мы сейчас работаем во всех научных форумах, именно показывая то, показывая неизбежность того, что мы делаем. Ez az újság is azt bizonyítja, hogy amit teszünk, azt helyesen teszünk, és szinte garantált a sikeres jövő. И в завершение могу сказать, друзья, осталось не так много времени, когда это станет очевидно всем. Mindenkit biztosíthatok arról, hogy kevés idő maradt már addig, amikor is mindenki a saját szemével erről meggyőződhet. Тогда сюда придет много инвесторов и инвестиций. Sok befektető és sok befektetés fog jönni. Но вы сами понимаете, как обратная сторона этого. Доходность и премии, конечно, будут несоизмеримыми, которые были вчера и которые сегодня. Egyértelmű, hogy ennek egyenes következménye lesz, hogy a megtérülés, illetve a jövedelmezőség sokkal nagyobb lesz, mint tegnap és tegnap előtt. Друзья, это абсолютно очевидно, что меньше риски, меньше прибыль. Ugye kisebb a kisebb rizikónál kisebb a jövedelmezőség is. Вот, поэтому в завершении могу сказать, друзья, думайте, изучайте, принимайте решения, и если вы это решение приняли, то активнее работайте и активнее инвестируйте сами и активнее привлекайте партнеров, потому что это время, оно очень ограничено. Csak ismételni tudom magam, tanulmányozzák, ismerkedjenek a projekttel, az anyagokkal, az információkkal, döntsék el, hogy befektetnek-e, és hívjanak be más, ha emellett döntenek, hívjanak be más befektetőket is, és építsük a hálózatot. Ну давайте, это, наверное, все, ну, скажем так, на сегодняшний момент, при тех условиях, как вот у нас начался этот вебинар, наверное, на сегодня достаточно информации. Если это я уже вот Чаба, Ильга, Наталья, если есть какие-то наиболее такие важные вопросы, кто бы хотел задать, то пусть зададут, я вот сейчас вот прям вот так вот отвечу. Если таких прям острых вопросов нет, то мы их соберем и следующий вебинар в среду в 21 начнем с ответа на основные вопросы, которые вот сейчас накопятся. Это вот на усмотрение. Я думаю, что нехез кезде тутан мара энни элег lenne. Hogy befejezzük a webinárt,
Ha vannak rendkívül fontos, azonnal megválaszolandó kérdések, melyeket most azonnal kell megválaszolni, és egy másodpercnyi vagy percnyi türelmet sem bír ki, akkor azokra most válaszolnék, de inkább azt javaslom, hogy a kérdéseket gyűjtsük össze, hiszen lehet, hogy több párhuzamos, egy azonos jelentésű kérdés is lesz, és akkor a következő adást ezzel fogjuk folytatni. Да, Наталья, ага. Ага. Да, конечно, это официальный журнал. Мы, естественно, мы разместим и всю информацию о нем, где это можно получить, и где это самое. Поэтому, естественно, что я его только вчера получил в руки, его только напечатали. Поэтому всю эту информацию мы, естественно, в чатах и на официальном ресурсе разместим. Наши слушатели тоже просили, чтобы хоть эту статью или журнал в каком-нибудь электронном виде разместили и стало доступно. Все, это связывайтесь, вот сразу выходите через Франчисика Солвара, вот, и Франчисик, он сразу эти вопросы будет решать напрямую с финансовым управлением, то есть этот вопрос решим за один день. Én a kérdést, amit a szlovákok feltettek, föl nem hallom, tehát nem tudom, hogy mit kérdeztek. A válasz az volt Szibirek úrnak, hogy ezt máson keresztül a Franciszek Szolár úrnak rendezik ezt a kérdést. Да, это вот то, что касается. Сейчас проблем с платежей и проблем этот на сегодняшний момент нет, решены все вопросы. Поэтому обращайтесь, все поможем, подскажем как. Арума Сугадя, Словак. Чеба, слышно, да? Это нет, вопрос, я вопрос не слышал. Не могут перевести, как решить. Угу. Вот, и это уже вот, ну, скажем так, к нашим, вот, Чаба, вот, Наталья, Лидига, то есть вы тогда с перепиской совсем смотрите, какие наиболее актуальные вопросы, то есть как нам сейчас структурировать, на чем в следующий раз, с чего надо начать, на чем больше обратить внимание, именно в первом там случае. То есть это тоже, давайте с обратной связи такой, чтобы у нас был. Словакия részéről, hogy nagyon nehéz és nehézkes a befizetések menete. Erre ígért segítséget a Frantisek Szoláron keresztül Szergej Szibirjakov. Mindjárt ezt lősni, Szergej? Наши слушатели спрашивают, что на фестивале, на экофесте только показаны будут транспортные средства или сами могут сесть и попробовать поехать? Но я понимаю, вопрос в том, что можно ли будет, это я для других транслирую, можно ли будет на юнибайках, юнибусах проехать на экофесте в моей горке. Но, друзья, я могу сказать, что lehet-e majd utazni az eszközökön, lehet-e majd őket használni, vagy csak bemutató lesz az Ecofesten. У всех у нас, конечно, такое желание есть, но, как вы понимаете, что для этого должна быть закончена вся сертификация безопасности. Для того, чтобы перевозить уже пассажиров. Будет ли это закончено к 1 июля, я пока гарантировать не могу. Если закончим, значит, конечно, мы сделаем официальные, ну, как бы, если нет, то с точки зрения безопасности... Ez egy teljesen természetes emberi érdeklődés, más is természetesen érdeklődik ez iránt. Kérem mindenki abból a szempontból vegye ezt figyelembe, hogy mint szállítóeszköznek ugye műbizonylattal kell rendelkeznie, tehát az engedélyeztetésen át kell esnie. Az, hogy ez meg fog-e történni július 1-ig, ezt nem tudom megígérni. Ha esetleg megtörténik, akkor az nekünk pozitív, de várhatóan ez azért később fog megtörténni. Но, друзья, то, что вот
100% я вам обещаю, и у вас действительно будет такая возможность, это потрогать все своими руками, посидеть в нем и посмотреть, как это работает. 100%-ig megígérhetem viszont azt, hogy mindenki megérintheti, megfoghatja, beszállhat, kipróbálhatja, de ez ugye állóhely állapotról szól. Это будет 4 разных вида подвижного состава: Unibike, Unibus, Unicar. 4 különböző szállítóeszközről lesz szó: a Unibike, a Unibus, a Unicar. Вы увидите, как это будет работать в поезде, в электронной сцепке, когда они все будут ходить уже как единый состав. Szerelmény lesz összeállítva több szállítóeszközből, hogy ezt demonstrálják. И что для меня еще очень, ну, я могу сказать, важно и значимо, потому что 15 лет назад я участвовал в строительстве первого полигона Skyway. Ez egy fantasztikus élmény lesz, garantálhatom, hiszen én az első kísérleti telepen a poligonon ott voltam, láttam a saját szememmel. Мы увидим дедушку Skyway, это первый Unibus, это ZIL, ну это грузовой автомобиль, который ездил по струнам еще 15 лет назад. Az akkori kísérleti telepről az első úgymond csinautót, ez egy ZIL teherautó volt, megszerezzük, és ott lesz majd az Ecotechnoparkban. И с этим дедушком Skyway можно будет и сфотографироваться, и именно быть сопричастным к вот этой истории. És ezt a Skyway nagypapát mindenki számára megtekinthetővé fogjuk tenni. Hát korábban elhangzott, hogy ebből egy emlékművet akarnak csinálni, és mindenkinek lehetősége lesz majd arra, hogy lefényképezkedjen vele. Aha, da, Natali. Так, вебинар в воскресенье будет вести Франчишек Солар, как раз именно по работе личного кабинета, по последним именно новостям работы со структурой. Поэтому все расписание будет, и мы договорились как бы так, что Франчишек будет вести в воскресенье, а мы последние экономические и технические новости... Vasárnapi вебинарок maradnak akkor regionálisak, a vasárnapi вебинарт én fogom tartani, és a szerdai вебинарокon mármint úgy érte, hogy én, Sebastian Csaba, a szerdai webinárokat pedig ugye Szergej Szibirjakovul és Alexei Szuhadója fogja tartani a pénzügyi és gazdasági kérdésekről. Да, точно так же будут вебинары и на венгерском, и на итальянском, поэтому здесь я вам очень рекомендую на эти вебинары ходить, потому что так, как вам прокомментируют ваши непосредственные лидеры, никто больше так не расскажет. Я mindenkinek, hogy a saját regionális nemzeti webinárokon vegyen részt, hiszen a helyismerettel rendelkező szóvivőknek több információjuk van a régió igényéről, illetve kérdéseiről. Ну вот, друзья, на этом я благодарю, что вы уже инвестировали свое время на то, чтобы послушать и еще раз прикоснуться к Skyway. Köszönöm akkor mindenkinek a részvételt, köszönöm, hogy befektették az idejüket ebbe a webinárba, tehát mint befektetők vettek részt. Я думаю, что я даже абсолютно уверен, что информацию, которую вы сегодня получили, она крайне полезна с точки зрения больше узнать о проекте и больше в него поверить. Teljes mértékben meg vagyok arról győződve, hogy azok az információk, amelyeket átadtam önöknek, hasznosak voltak és rendkívül fontosak voltak önöknek. Вот. И давайте тогда до встречи в следующую среду, вот, когда мы уже с технической точки зрения подготовимся более значимо. És akkor készüljünk fel a jövő heti szerdai webinárra, gyűjtsük össze a kérdéseket. И будем двигаться дальше, чтобы у вас желание и возможности участвовать в проекте было все больше и больше. És reméljük, hogy ezek a webinárok csak még нagyobb kedvet fognak kelteni az érdeklődőkben, és befektetőkké fognak válni. Все, друзья, строй Skyway, спасай планету. Elnézést. Все, друзья, спасибо. Давайте Köszönöm до следующей szépen, среды. Так,
Наталья Чаба, вам, Ильдига, вам особое спасибо, так что это мы сегодня сделали большое дело, и, как у нас говорят, день для Skyway прожит не зря. Спасибо матчокнаку мункаюкат, уж гондолом, что этот нап ищ эредменьес волт, и не хиаба тойтеттюк эл. Все, спасибо, спасибо большое, Ильдига. Да-да-да. Ага. Угу. Так, значит, давайте начнем посещение экотехнопарка, если это для инвесторов или для потенциальных заказчиков, всегда персонально можем согласовать в любое время. В Словакии бы волосенных фермеров это за кердеш, хоть я лехет эйют не за экотехнопаркман. Сверяку вас наласывает, что ez befektetői látogatás. Tehát nem csak érdeklődő, akkor ez egyéni elbírálás, illetve időpont egyeztetés alapján történik. Да. То есть обращайтесь ко мне или к Алексею Суходоеву, или через Стефана, через Франтишика, то есть лидеров, и, соответственно, мы будем это организовывать, это рабочий akár процесс. Akár a régióvezetőkön keresztül, akár rajtam, akár Alexeyen keresztül egyeztethetik ezt a kérdést, eljutathatják ezen igényeiket, hogy... А то, что большое мероприятие у нас планируется, это 1 июля Экофест, где соберется более 3000 сторонников нашего проекта, более чем, я думаю, из 80 стран мира. Nagy közös rendezvény, mert mindenkit szeretettel várunk, és reméljük, hogy több mint 3000 ember össze fog gyűlni. Ez július 1-e, tehát 2017. július 1-e az Ecofest Festival, ahol várhatóan több mint 80 országból jönnek résztvevők. Вот, поэтому и индивидуально можно обсуждать, если при этом есть интерес и необходимость, и общее наше мероприятие, которое будет 1 июля. Hát, ahogy mondtam, lehet egyéni befektetői látogatást szervezni, de a tömeges érdeklődői látogatás az az Ecofest Festival lesz. Ильдика, а по первому вопросу, по адресным проектам, я понял так, что чем они отличаются или когда они будут? Смысл акцентировать на чем? То есть... Олаш-Орсакбан мерült fel egy kérdés a célprojektekkel kapcsolatban. Так, так, логика в чем, что... Понтошитани пробая. Ну давайте, я как пойму, начну объяснять. То есть, Чаба, тут ну, как в переводе вопрос звучит так. Можете ли вы прокомментировать или рассказать о разных проектах Skyway? То есть, это имея в виду, либо что они могут быть в разных местах, адресные проекты, или по направлениям. То есть, это перевозки грузов, то есть, строительство в труднодоступные месторождения. И второе, перевозки пассажиров там, где сегодня не справляется железная дорога. Ильдига, понятно, tehát да? A kérdés az volt, vagy a kérés, hogy kommentálja a célprojekteket, ez így nem volt teljesen egyértelmű kérdés, ezért azt az oldalát ragadta meg, hogy... Ну вот, я как раз и говорю, что сейчас мы прорабатываем вопросы и перевозки сыпучих, ну, допустим, угля и железной руды в Боливии, и перевозка пассажиров в Индии, и перевозка в городе уже для таких городов, как Амстердам и Париж. И все эти проекты абсолютно разные. Вот мы их все сейчас прорабатываем. Célprojekt van, vagy folyamatban, vagy tervbe véve. Indiában személyszállítási célprojekt kerül kialakításra. Ott a személyszállítás a fő cél. Több helyen ugye a nehezen elérhető helyekről az ömlesztett áru szállítása. Ez alapvetően kőzet és más egyéb anyagok, kitermelt anyagok szállítása. Bolívia, India, и в Европе мы сейчас прорабатываем вопросы и в Амстердаме, и в Париже. Több országot is említett, Bolíviát, Indiát, Amsterdamot, Párizst, tehát Franciaországot, ahol különböző típusok ezek a célprojektek, illetve a tárgyalások. И как я уже с чего начинал, сегодня мы ждем уже новостей от непосредственно генерального конструктора, который находится в Индии, для того, чтобы
направлении, как двигаться по конкретным проектам. Haladtak az indiai tárgyalások, és milyen eredmények születtek. Да, генеральный конструктор, да. Так, ну вот это вот то, что касается еще. Есть какие-то вопросы такие, которые вот сейчас хотели бы услышать, которые. Megkérdezte az olasz tolmástól, hogy van-e még olyannyira fontos kérdés, amit most kéne megválaszolni, és nem a későbbiekben. Ну, давайте тут, то есть все же на вопросы мы не ответим, поэтому давайте сейчас такую практику возьмем, так что будем собирать вопросы, отвечать, и дальше регулярно, когда начнем каждую среду встречаться, я думаю, что мы на все вопросы будем отвечать, и никаких больше не возникнет ни толкований. Ну, тогда на этом давайте уже прощаться. Akkor köszönjünk el, kedves barátaim, egymástól. Давайте тогда до новых встреч и давайте активно работать и реализовывать нашу теперь akkor уже общую мечту. Akkor találkozunk a következő вебинарокон, és mindenkinek minden jót. Все, давайте, друзья, до новых akkor встреч. Ennyi, köszönöm szépen. Все, всего доброго. Так, чем, все, да, я да. Отключаюсь тогда, спасибо, да? Спасибо вам. Давайте. Тогда завтра или там, когда созвонимся, тогда уже по анализу, по всему, так сказать, будем тогда уже завтра все хорошо, делать, анализировать. Хорошо? Угу, есть.